Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про лучшие девайсы, которые отлично подойдут как тем, кто только начинает знакомиться с вейпингом, так и тем, кто переходит на вейп с аналоговых сигарет. Поехали! Первым и самым простым вариантом будут одноразки. Это отличные девайсы для тех, кто только начинает знакомиться с миром вейпинга. Благодаря им вы сможете понять, нравится вам парить или же нет, подходит вам солевой никотин или нужно попробовать что-то более легкое. Если после использования одной-двух одноразок вам все нравится, то время переходить на более технологические девайсы. Но стоит отметить, что на конец 2021 года уже существуют одноразки, которые можно перезаправить, перезарядить и даже отрегулировать обдув. Вторым девайсом, который однозначно оставит приятное впечатление от вейпинга, будет Vaporezza Bar Pod. Очень компактный и качественный девайс с необычным форм-фактором. Пользоваться им невероятно приятно. Из положительных моментов это, конечно же, его картриджи, которые обладают отличным вкусом и прекрасно передают никотин. Единственный незначительный минус данного девайса – это его аккумулятор. Да, в течение дня вам все-таки придется хотя бы один раз, но дозарядить ваше устройство. Я вас успокою, от 0 до 100% он заряжается примерно за 20-30 минут. Суммарно это прекрасный девайс для всех новичков, и стоит он довольно мало, всего лишь $17-18. На третье место я хочу поставить девайс, который со 100% вероятностью станет легендарным устройством благодаря своим инновационным технологиям, а речь идет о Evio Box от компании Joytech. Девайс невероятно компактный, очень удобный и выглядит довольно симпатично. В небольшом корпусе прячется огромный аккумулятор, которого смело хватит на один день парения. Но все это меркнет по сравнению с его сверхтехнологичными испарителями. Когда в картридже заканчивается жидкость, девайс начинает вибрировать и перестает парить. Таким образом, вы навсегда забудете, да нет, вы даже не узнаете, что такое гарик, поскольку каждый раз, когда вы будете делать затяжку, у вас просто это не выйдет, до тех пор, пока вы не заправите свой картридж. Сами же картриджи обладают просто обалденным вкусом и шикарной сигаретной затяжкой, которая максимально сильно похожа на аналоговые сигареты. На четвертое место я ставлю девайс, который постепенно набирает популярность в вейперских кругах и обретает своих фанатов. А речь пойдет о всех девайсах от компании Вупу с приставкой Argus. Этот девайс можно смело отнести к профессиональным вейпам. Девайс выглядит очень мощно, прорезиненный корпус и металлическая рамка с кожаной вставкой делают этот мод невероятно приятным как на вид, так и на ощупь. В зависимости от модели девайс может питаться на встроенном аккумуляторе, как Argus 40 Вт, либо же на сменном, как Argus 80 Вт. Девайсы обладают полноценной регулировкой мощности, так что вы самостоятельно можете поставить необходимое количество ватт. Также в комплекте идут очень качественные и объемные картриджи с невероятно большими и вкусными испарителями. Такой девайс можно смело брать на длительный период времени и не думать о обновлении. Ну и пятым по счету, но не по значению, я ставлю набор из полноценного бокс-мода и атомайзера. Самый главный плюс такого комплекта – это независимость друг от друга всех деталей. К примеру, вы можете приобрести себе небольшой одноаккумуляторный девайс, как Vaporezza Swag 2, и сверху прикрутить Sirenu V2 или же Sirenu V4. Таким образом, у вас получится невероятно хороший сигаретный сетап с качественным бокс-модом. Или же, если вы хотите много пара, то приобретаете двух или же трех аккумуляторный девайс, к примеру, RX там 200, 300 или же какой-нибудь Drag 2, и сверху накручиваете того же Zevsa X, который на сегодняшний день является одним из самых вкусных и мощных атомайзеров. И, кстати, он вообще не протекает благодаря верхнему обдуву. И такой комплект вам даст невероятно огромные облака и самый настоящий и чистый вкус. Немного подытожим. Хотите попробовать? Приобретаем одноразки. Дешево и сердито, и таким образом вы поймете, нравится вам парить или нет. Хотите что-то более технологичное, но такое же простое? Приобретаем Evio Box, либо же Bar Pod. Если желаем уже что-то более такое с настроечками и большое, то смотрим в сторону Аргусов. Ну а если вы хотите полноценный девайс, который будет радовать вас каждый день на протяжении многих лет, то смотрим в сторону отдельного бокс-мода и атомайзера. Я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. С вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.